На торжественной церемонии присутствовал и губернатор края. Перед тем, как передать знамя региональному управлению, его осветили. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня особо незабываемый день для судебных приставов Краснодарского края. День, когда Краснодарскому управлению вручается знамя. На протяжении многих веков знамя является неувидаемой святыней, символом чести, доблести и славы. Знамя, вручаемое вам сегодня, является символом возрождения традиций, завещанных нам дедами и отцами, старшими товарищами, именно теми ветеранами, благодаря которым мы имеем возможность совершенствовать и развивать потенциал нынешних судебных приставов. Сегодня ваша работа, вместе взятых и каждого из вас, показывает эффективность работы судебной системы. Вовремя наложенный арест и есть результат огромной в целом деятельности, работы всей правоохранительной системы и судебной власти. Вместе мы делаем экономику Кубани. Для нас это принципиально, потому что только все вместе мы можем сегодня нести ответственность за результат и будем нести ответственность за результат жизни в нашем крае. Вениамин Кондратьев также добавил, что в совместной работе администрации и службы приставов необходимо повышать собираемость налоговых недоимок и активизировать усилия по борьбе с самостроями.